Дорогие мои, я вас приветствую у себя на канале. Сегодня у нас будет итальянская паста фетучини. И я туда буду делать семгу. На гриле буду делать королевские креветки. И возьмем немного куриной грудки. Пока у нас процесс идет, мы уже поставили воду. Вода у нас соленая. Вот такие вот фетучини есть у нас. Вот вы посмотрите. Фетучини у нас варится. И также мы сегодня сделаем вот такие бабочки. Тоже итальянская паста. У нас это будет вариться примерно 12 минут. Но мы проверим постепенно. Для маринада нам понадобится масло. Хорошее оливковое масло. Возьмем, польем масло. Я думаю, грамм 100 будет достаточно. Теперь переходим к паприке. Возьмем паприки. Ложки 2 будет достаточно. У меня есть вот такая соль. Тут соль, перец, она смешанная. Теперь есть вот такая. Тут хлопья лимона, морской соли. Тоже добавим буквально одну ложку. И перемешаем это все. Теперь возьмем чесночок и выдавим его. Я думаю, одного зубчика должно быть достаточно. Обязательно это хорошенько перемешаем. И будем кисточкой обмазывать шампура. Ну что, поехали. Вот таким вот образом будем делать. Нанесем наш маринад. Ну что, мы закончили с маринадом. Давайте поставим их на гриль. Но прежде чем на гриль, я взбрызну гриль немного маслом. У меня есть вот такой домашний гриль сегодня. Давайте сбрызнем его маслом. Опа! И поставим наши шпажки. Вот таким образом. Это будет у нас обжариваться примерно по 2-3 минутки с каждой стороны. Распределим поровнее. И, конечно же, курочка, куриная грудочка. Сегодня также к нашим спагетти я хочу сделать чесночный хлеб. Разрежем их пополам. Можно их смело на половинки разделить. Вот так вот. Также поступим со вторым. Теперь нам понадобится оливковое масло. Немножко. Возьмем немного, это сушеный базилик, обязательно его. У меня есть вот такой вот пармезан сыр. Добавим немного пармезан сыра. Немного возьмем паприки. И выдавим сюда буквально одну головку, один зубчик чеснока. Тщательно это перемешаем, чтобы наш пармезан сыр растворился в масле, отдал все свои пряные вкусности, и также зелень отдаст в масло, также чеснок. Теперь небольшим легким слоем нанесем
Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, примерно прошло 5 минут. Давайте посмотрим, что у нас творится с обратной стороны наших шпажек. Ой, отлично, отлично. Перевернем наши шпажки. Семга, потом креветки и наша курочка. Курочку мы будем готовить чуть дольше, чем все остальное. Так, проверим, что происходит с нашими фетучинами. Я так думаю, должна быть какая-то серединка. Да, да, пора вынимать. Ледяной душ. Нам надо остудить их, чтобы прекратить процесс варки. Теперь высушим всю воду. Отложим в стороночку, мы к ним еще вернемся. И я думаю, что наша паста бабочки тоже готова. Сольем с них воду и обдадим их холодной водой, дабы остановить процесс варки. Вот так вот. Обдадим их холодным душем. Какая красота, вы посмотрите. Теперь отложим их в сторонку, тоже мы к ним еще вернемся. Пойдемте посмотрим, что у нас творится на гриле. Я чувствую, что эта сторона чуть погорячее. Поменяем местами это все. Рыбку отложим сюда. Поменяем вот так вот с курицей. Ну что, я думаю, можно щедро посыпать еще вот таким вот. Ну, он пармезан. И Романа чиз порошковым. Давайте его вот так вот щедро посыпем его сыром. У него такой классный вкус. И мы его будем ставить в тостер. Но мы его сделаем в конце, перед тем, как подавать нашу пасту. Отложим его в сторонку. И приступим к соусу. Я вам покажу прям буквально через 2 секунды. Для соуса Альфредо нам понадобится вот такой вот, вот посмотрите, обыкновенное масло. Возьмем, я думаю, вот его должно быть достаточно. Растопим наше масло, я помещаю его вот сюда. Включаем слабенький нагрев. Теперь растопим наше масло. Масло у нас растительное. Растопилось. Добавим к нему мелко порубленный репчатый лук. Немного поджарим его. Возьмем вот такой вот чесночок. Смело его выдавим. Одного зубчика будет достаточно, чтобы не перебивал основной вкус. Теперь для соуса Альфредо я буду использовать это сливки, густые сливки. Откроем и давайте постепенно будем заливать их туда. И постепенно будем их перемешивать. Теперь перемешаем, чтобы у нас ничего не свернулось. Вот соус, смотрите, видите, какой он жидкий. Мы его доведем, чтобы он был такой густой. Я вам этот дальнейший процесс тоже весь продемонстрирую. Будем доводить его путем выкипания. И будем добавлять сыр пармезан и сыр романо. Ну что, у нас постепенно наш соус закипает по бокам. Оставим, чтобы было прямо такой вот пузырьки вот здесь где-то посерединке. Классно уже пахнет от нашего гриля. Я думаю, наша курочка вот на таких классных шпажках уже 100% готова. Кипит наш соус. Пора добавлять яички. Будем использовать только желток. У меня сегодня 3 желтка.
Давайте добавим желток и будем постепенно перемешивать. Желток наш придаст более гуще будет наш соус. Вот смотрите, прям густеет на глазах. Будем постоянно его перемешивать. Еще один самый главный ингредиент будет сыр пармезан. Давайте добавим его. Сыр пармезан. Тут у меня и пармезан, и романо чиз. Давайте добавлять постепенно. Доведем его до густоты. Примерно я покажу вам, какая густота нам понадобится. Перемешиваем. Также нам понадобится сушеный базилик. Обязательно добавим его. Перемешиваем, не останавливаемся, чтобы никаких комочков не было. Теперь добавим соль, обычную соль. Так, и я добавил примерно 2 чайные ложки соли. Посмотрите, какая густота получается. Перемешиваем. Еще буквально минутка, и наш соус будет готов. Пока наш соус остывает немного, давайте поставим чесночный хлеб в тостер. Будет классно, суперски пахнуть. Возьмем хлебушек наш и поместим его смело в тостер. 2. И еще парочку. Загрузим наш тостер, оставим буквально на 4 минутки и проверим дальше. Ну что, наши феттучини разогреты. Добавим к нему соус Альфредо. Смешаем его, хорошенько перемешаем. Я думаю, 2 половника должно быть достаточно. Вот таким вот образом. Если мало будет, мы, конечно, добавим. Включим небольшой огонь. Вот смотрите, примерно такой. И разогреем. Давайте хорошенько перемешаем нашу пасту и выложим на тарелку. Ну что, выложим наши феттучини. Давайте вот сюда. Вот у меня сегодня вот такая красивая посуда. Вот так вот. Конечно же, вот так вот. Также поступим с нашими бабочками. Немножко масла, немножко прогреем, добавим соус. Я вам покажу дальнейший процесс. Ну что, бабочки тоже готовы. Пойдемте подавать. Я буду подавать вот такой вот красивой посуде. Давайте выложим. Вот таким образом выложим наши бабочки. Теперь, конечно же, выложим на них креветочки. Вот так вот. Креветочки какие. Давайте сюда поставим немного курицы. Выложим на наш феттучини немного креветок. Обязательно немного курицы. Обязательно помните эти чесночные хлебцы. Вот так вот. Смотрите. Выложим их сюда. Я люблю это дело посыпать тертым пармезаном. Вы делаете по своему вкусу, но это очень гармонично сочетается с Альфредо соусом и со спагетти. Также сюда немного выложим. Посыпали пармезаном и немножко сушеным базиликом. Вот так вот примерно. И также на эту пасту. Ну что, дорогие мои, вот такой вот у нас
паста такая получилась. Давайте попробуем. Я думаю, давайте предвкусим, что мы приготовили. Возьмем немного креветки и пасты. Я дико извиняюсь. Мне вынужденно приходится делать это на камеру. Дорогие друзья, я вот этот рецепт открыл для себя недавно, благодаря вон тому очень далекому ресторану в Нью-Йорке, итальянскому ресторану. И я вам очень рекомендую, сделайте так, как я. Получилось очень сливочно, такой гриль, вкусы прямо во рту сочетаются. Подробный рецепт этой пасты я выложу внизу в описании. На этом вынужден я с вами попрощаться. Спасибо, что смотрели. Я вам желаю добра, удачи, позитива. И увидимся с вами очень-очень скоро. Пока!